Так, день добрый, загнали машинку. Дождалась, у меня все-таки запустили с этим коронавирусом. Кстати, мотор, ну, скоро будет все этот. Про мотор от нашего гоночного болида. Вот развернул уже под установку. Сегодня что будем? Самую скучную работу. Это две шары передних, левый, правый. Ну, просто шару. И тормозные диски надо. Потом нужно фланец на приемную трубу и массу в коробку, я думаю, поменять. Просто прицеп с собой таскаю, хотел бы какую-нибудь получше синтетику. Так, вот запчасти пришли, сейчас спокойно, просто какие-то на мою, какие-то не на мою. И, скажем, анбоксинг на все это. Так, посмотрим, что у нас тут пришло, но это, скорее всего, да, по-моему, аллергия началась. Так, этот фильтр у нас, это на Паткину машину, только какой-то странный, если быть честным. Ренора, но только вот мне, по-моему, не такой. Так, это... А, еще фильтр воздушный хотел. И тут его папки нет. Правильно. Получается, это два фильтра салона. Один так. А, ну, фильтр масляный это на Audi, фильтр масляный это на папке на машине. А тут вот я не помню, что за мелочь как выбрал. А, все вспомнил. Это вот как раз этот. Так, кольцом для пробки масляной вот этот фланец. Я не знаю, как он правильно называется, просто на сайте называется фланец. Вот. У меня просто приемная труба прям сразу прикручивался, может быть, предыдущий собственник просто не поставил это кольцо, и когда приемная труба так делает, подскрипывает на хвостых оборотах. А, вот, это я забыл уже. Это задние тормозные колодки этой папки. Ну да. Так, передний скрипичный подшипник. Оригинальный, потому что не оригинального. Вот этот, вот говорят, магнитик. Этот или тот. Ну, который вот. А, вот магнит, который АБС считает. Не оригинальный ставишь, начинает сам АБС глючить. Да и подшипники меньше ходят. Моих две шары стояли. А, три шары, это мои колодки. И папки на колодке. А шары вот они. Стояли французские, будут теперь немецкие. В комплекте должна быть шаровая. Какой-нибудь пыльник тут. Пыльник хорош. Шаровая, стопорное колечко. И болтик с гаечкой. Мои невентилируемые тормозные диски, все правильно, две штуки. О, вся
все говорят, комплектность плохая. Даже новые винтики в комплекте. Шестигранник. Все, замечательно. Будем сейчас все это монтировать. Так, шамалость зафиксируем подъемником. То, что стоит на нейтралке. Подсорвем. Покажу. Это все на одной стороне, просто смысл на двух нет. Надеюсь, получится перед каждой работой, как сам себе говорю. Перчатки порвались. Как раз поеду потом помою машинку. Машину не мыл с 26 марта, со дня рождения. То снег лежал запоздалый, то какие-то на нас дождливые муссоны еще сыпятся. Как время появляется свободно, думаю, все, еду машину мыть. И ливень. Ну да, как шину новую поставил, так больше не мыл. Колодочки уже подошли, кстати. Так. На 17. Так, наверное, сначала открутим суппорта. А нет, сначала открутим сам суппорт, чтобы вытащить колодки, разжать сразу диск. А потом уже этот будем снимать. Зовут. Ужас. Так, тут у нас 14. Так, все, попробуем. Может, закису все это, не закису. На удивление. Приятно, когда предыдущий собственник все медианочкой помазал, все откручивается, причем очень хорошо. На самом деле еще не одна сторона уже подъета, так солидно. А пальчики ходят вообще отлично. Так, это мусор.
остался. А вот и не 17, не 19, а 18. Легким нажатием превращаются брюки в элегантные шорты, как в фильме «Бриллиантовая рука». Даже здесь медианочка побрызгали. Прям так и знали, что я полезу скоро делать. Красить я точно вот это не буду, это считаю бред. Почистить почищу, но красить не буду. Так. Имеем с вами вот такие. Я, конечно, не токарный станок пальцами проверять, но по всем ощущениям ездовым всегда казалось, что это слева диск бьет, потому что справа, а нет, вот, вот место. Угу. И цвет даже другой. А диски новые, когда потому что машину покупал, вообще прям передо мной только поставили, проехал на них. Хотя почему новые, уж 40 тысяч на самом деле откатал. Так, тут у нас звездочка. Так, после мы откручиваем сам диск. Вот единственное, плохо, напарника нет. Надо было сразу на тормоза нажать. Хотя, ловкость рук опять же. Как-то удивительно странно легко начинается ремонт автомобиля. Странно, с этой стороны, с внешней, прижимало больше, чем с внутренней. А вот, наверное, вот это вот и било. Если бы вот это все почистить, мне кажется, и бить бы перестало. По-моему, вот, вот это все и било. Ну ладно, новый так новый. Так, маус приподняли. Какая-то странная напасть. Так, напасть, 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 напасть. А где у меня ВДшка? Мальчики, мы, конечно, сильные, но лучше пусть. За нас химия поработает. А напасть в том, что что не пойду искать, все под рукой лежит. Обычно наоборот. Как будто вчера шару у меня.
Так. Выбиваем этот болт. У нас есть новый, слава богу. Выбиваем его. Ну, даже и не выбивали толком. Так. Рычаг у нас по факту снятый. Почему-то еще не отпрыгнул. Точнее, не сам рычаг, а только шаровый пока. Или поворотный кулак, как он правильно называется. В одну сторону что-то вылез, в другую не вылез. Чуть обратно тянуть. В распор страну ставлю. Ладно, на самом деле не принципиально, главное, он сошел с места. Сейчас откручу, в общем, эти два болта. Наверное, этот показ не буду, смысла особого нет, две какие-то. Так, открутил я вот эти два болта. Кстати, вот эта стабилизационная тяга, или как она называется, которая прикручивалась здесь, вообще была откручена. Вот первые звучки, которые на больших ямах создавали мне. Первую причину уже не нашел. Болты все открутились просто на ура. Просто на ура. Так. Сам рычаг. Сленблоки. Просто навехенькие. Даже трогать не буду. Да я их и не покупал, просто смысла нет. Так. Сейчас приступим теперь. Приступим. Наверное, пока. А. То есть мы сейчас в тиски ставим. Ну, вот это, кстати, шары. Ну. То есть в тисках мы сейчас стопорное кольцо разжимаем, выбиваем новую, запрессовываем, стопорное колечко. Сейчас я это покажу. Соберем, вторую сторону уже без камеры буду. В смысле? В общем, как всегда, я почему-то не удивлен, но инструмент просто ножи везде валяются, никто не хочет убирать после работ. Так, наверное, как-то вот так зажму. Инструменты у меня были и обратного, и прямого действия. Эти, получается, обратного. Ну, наверное, ими получится. Ну, в принципе, да, тут не так уж и сложно. То есть в чем различие? Есть, которые внутренние, сжимаешь и наоборот вытаскиваешь. Эти надо раз сжимать, чтобы снять. А получается, они внутреннего диаметра. Ну, тем не менее,
Вроде получилось. Так. Давайте попробуем все это. Создать, то бишь сюда ставится головка более большого диаметра, разжимаются тиски на длину головки самой шары, потом пробуем ее туда пошла, непонятно. Угу. Шаровая пошла, но чуть-чуть уперлась в головку. Даже не чуть-чуть. Вот. Ну да, за это оно... Криво даже встал. Угу. Вот так все идеально входит. По факту. Нет. Вот обратно запрессовывать будет, конечно, проще. Вот. Выпрессовывать, вот это вопрос. Сейчас попробуем молоточком. Нам самый суть это выбить. На самом деле все очень прекрасно, хорошо вышло, без каких-либо проблем. Теперь главное новую хорошо туда заправить. Вот пыльник нам говорит об обратном. Не хочет вставать. Пыльник. Ну неужели? А, вот. Вот, пыльничек все провалился, даже шаровый чуть-чуть. Так, вот сюда как раз ставим уже большую головку, а давим маленькой. Вставить-то проще. Рука называется нога.
Я бы еще на самом деле чуть-чуть бы прям самую корточку дожал бы чуть-чуть. Так. Чуть-чуть не буду сильно зажимать. Новое колечко, кольцо. Неудобно, конечно, когда в другую сторону приходится. По факту одной рукой тут все делается. А нифига. Так, одна сторона стала, а это что-то не хотит. Во. Ну, как бы все. Так, ну, по факту-то теперь все обратно скрутить. Только это единственное. Сначала шару одеть, наверное, лучше. Потом попадать. Замучусь. Тут у нас КДХ. Легко крутился, ВДХ, и вот этот болтик. Гаечку, гаечку. Так, все это дело у нас на 18.
Ладно, закрутим. Потом включусь, в смысле. Единственное, такой момент, сайлентблоки затягиваются. Вот единственное, блин, забыл замерить. Забыл замерить. Сайлентблоки затягиваются под нагрузкой, потому что если затянуть по-другому, ну, в смысле, когда пружина полностью их вытянула, в процессе езды их просто тупо разобьет. Вот только в каком моменте, вот это я забыл. Единственный вариант — это одеть колесо, подставить деревяшку, опустить подъемник и зрительно посмотреть, на какую, ну, примерно вот так колесо было. Это я сейчас могу так посмотреть. И для этого. В принципе, вот так и было. Или не так. В общем, лично от меня лайфхак. Все думал, на какую шину. Почему, кстати, колесо не крутится? Интересно, кстати, почему правда? Колесико. А, тут же диска нет, все понятно. В общем, прикрутил колесо, опустил машину, ровно мой кулак вот так прям еле-еле зацепляет. Получилось. Made in Serbia. Соответственно, подставил доску, опустил подъемник, выровнял, ну, как в спокойном виде, без нагрузки. Машина стоит в таком виде. Сейчас у меня рычаг получается в этом положение. Без диска одел. Слишком глубоко болт пошел. Так. Болтики все на места. Суппорт обратно. Опа, чуть машину не уронил. Машина-то висит, получается. Стрёмная ситуация. Давно хотел подъемник смазать, что набрать, не возвращается. Смотри. Вот. Мне этот не заступали, у нее поплавки. Мастер век. Вот. Б. Безопасность.
Так, это еще протяну. Ключ. Так, сайлентблоки мы уже приоттянули. Так, 9. Тормозуху дел. Ой, тормозуху. Задержку. Что так мало сторон? У нас получается по фундаменту 9 сторон, а вы мне прислали 5 всего. Дружбан приехал на своих работяг кричит что-то. А? Вот это я мастер, а мастер? Мастер великого звена. Хотел без тормозного диска машину собрать. Нормально. Быстрее ездил. Ну да. Якорь не кидывает. А знаешь, что обидно? То, что это. Так, когда снимал, была один болтик, который держал диск в комплекте. Вложили два. Вот так-то тут и два отверстия. Сделаем как по фэншую еще. Так, чтобы это прокрепить, у нас куда-то делся ключик на 10, головочка точнее. И куда она делась? А? Кто скажет, тому ничего не будет. Опять навернулся. Так, диск сам поставили. Вспоминал скоба, по-моему, называется, или не скоба. Вспомнить бы еще на 18. Так, теперь мы выдавливаем суппорт обратно, чтобы его выдавить, можно поставить старую проводочку, надо было сделать, по идее, в самом начале, ну, как всегда, хорошая мысля приходит опосля. Так. Неохота таким прям специнструментом пользоваться, по идее. Ладно, сейчас найдем отвертку хорошую.
Так, суппорт мы вогнали. По колодочке сейчас. Инструмент так прям кидаем по жести. Так, 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 так. Хорошо, как все хорошо встает. Угу. И прикручиваем все это пальчиком к носу. Прикручивали мы, по-моему, крючком 14. Так, по факту все трубочки на местах, проводочек АБС на местах. Шаровый стянул два болта. А, вот. Вот всегда нужно, уже колесо собрал ставить. Всегда нужно проговаривать. Ну, это чисто, как я делаю. Всегда нужно проговаривать то, что делал, в избежание чего-то, чтобы не забыть. Возможно, мой предшественник, кто сюда лазил, как раз по этому принципу и забыл. Так, головка на 13, вот куда она делась опять. Вот. Так наживил и все. Так, и последняя у нас гаечка, она держала как раз вот эту тягу. Так, потом у нас стоял
этот пластик защелкивался вот здесь, вот здесь. Спирал вот эту, защелкивается с этим. Это на самом деле не вам объясняю, сам пытаюсь вспомнить, что где зачем. Слабовато помнится уже. Вот сюда. Вот это вот сюда. Во. Угу. И тут у нас был саморезик. Может быть и два. Вообще хотя один стоял. А был он как раз вот. Так, еще раз, два этих болтика, два этих, один этот, один этот, один этот, пластмасску поставил этот, и болт с шарой, ну как бы все. Все болты колесные попадали. Так, головку бы еще от них найти же. А, вот четвертый. Завтра на моечку сегодня уже точно не поеду. Ну, в общем, как шаровые сайлентблоки параллельно показал. Меняется, сделал. Колодки тоже, диски тоже. Массу в коробку сегодня уже точно не буду менять. Вторую сторону я соберу без камеры. Ну, просто смысл одно и то же. Что еще с машиной? Масло, коробки и ремонт маленьких глушителя, приемной трубы. Я буду в следующий раз просто чуть-чуть подустал сегодня, на самом деле. Кажется, что легко, а не особо так легко. Когда опущу, протяну все гайки. Всем спасибо, пока, подписываемся.